И всем привет! Вот мы вернулись в игру. Елочка, гори. СКС Света писала, что вот у кого елка стоит. Да, это вот до весны. Но у меня-то только сентябрь в игре, так что елочка, гори. Так, я еще немножко тут еды поставил гореть. Так, во. Пускай готовится. Так, что я хотел сделать? А, мне надо сделать одну вот эту вот фиговинку. О. У меня тут как бы есть, но их же можно держать не здесь, а можно держать там. Так, дай ко мне две штучки. И сколько там для пистолета надо? Три штуки, ну ладно. Потому что еще что-то найдем. Так, это так. О, ты же приготовилась, давай. Пережаривайся. Так, посмотрел еще раз то видео. Нашел кто. Ну, в принципе, в прошлой серии уже и было это все. Просто я записываю подряд. Наверное, 4 серии буду подряд записывать. Чтобы хватило надолго. Неизвестно, что будет дальше. Хотя, когда это выйдет уже, уже много чего поменяется в мире. Так, ладно. Изготовилась. О, отлично. Полтинник, полтинник. Вот тут еще пару мест есть. Так, в баночку говоришь. Что там для баночки надо-то? 6 штучек. Давай еще 6. Запасемся вареньем. Че, говоришь, энергии нет? Массы? Нет, нормально все. Масса есть, все есть. Пускай копится. Так, кстати, давно самогонку не стала варить, алло. А, то тут есть. А у нас, по-моему, не хватает... всего не хватает. Тут массы нас алкашку... алкашку... А, нет, смотри, прям тютелька. Тютелька в тютельку. Одну эту. И 4 этих, вроде бы, если не ошибаюсь. Да. Все, высосали, как говорится, массу под ноль. Пускай делается. На тебе еще одну бутылочку. Ну, тогда мы можем взять 3 наших баночки замечательных. Подкинуть еще уголька. Потом еще один подкинем. И что там еще? Картоха. Картоха. Опа. Не забываем про яичницу. Буль-буль-буль. Немножко домашних дел. Оп. Вот так вот. Нормально, хватает всего. Еще яйца даже есть, но потом. Почему-то непарное количество получилось, не знаю почему, но как-то так. О. Нормалек. Так, по видео посмотрел еще. Залетали на базу, на маленькую. Ну, правда, почему-то та база была не четвертая, ну, в смысле, не нового образца, а вроде как старого. Ну, пошли посмотрим, какие у нас. Можно ли на них будет залетать. Потому что я больше всего нацелился... А, а ты кто такой? Бомжик. Они сильно ли вы рядышком поселились со мной, а? Прям совсем рядышком? Сколько там? Вон мой дом, а вон они остановились. Цыгане. Местные цыгане остановились. Так, это что? Это... на металл похоже. Хотя не уверен. Какой-то ярковатый. Наверное, все-таки калинка. Блин, ну ладно. Одна дропнулась, так не буду добивать дальше. Сутулая собака нюхает воздух. О, Миша. Ты как раз... как раз, блин, не вовремя. И тут охотнички есть. Может, ты с ними познакомишься? По старой дружбе. Так, вот охотничек. Два охотничка. Миша, 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 не это самое, не дури.
Миша. Подставил меня Миша. А тюлень-то идут. Ладно, сейчас надо беги. От этих козлов избавились. Они, по-моему, наверное, сейчас все должны уйти. Так, ну, сейчас. Надо аккуратненько Мишу пригласить. Аккуратненько. Чтобы он пошел ко... Господи, ты что пугаешь меня так? Блин, я думаю, что это такое носится? Это кволик. Так, Мишанька, твой выход. Давай. Миша! Иди же, пассатижи. Ты как? Ну? Да ты посмотри на этого. Ну поверни, что ли, мы в сторону. Так, по-моему, ко мне уже опять пошли. А нет. Присел, смотрит на меня. Миша, ну ты, блин, повернешься когда-нибудь лицом. Вот когда не надо, чтобы он... Да ты посмотри на этого козла. Эй, пс! Торик! Хватит там копаться. Не, ну ты глянь на него. Просто дело уже, когда подойдешь к нему сзади, он сразу побежит. Мне это не надо. Во, ну наконец. Ты уже, да? Точно, пошел. Да-да-да, вот он, можно проверять так, что он башку вращает. Заставляем его танцевать. Так, ну-ка, тюлени, кто-нибудь ко мне. Один, желательно. Можно вдвоем, конечно, но лучше один. Во-во-во, один пошел. Ну давайте, ребятки, я вас познакомлю с Мишей. Так. Ну, в принципе, нормально. По расстоянию можно убегать. Ага, все случилось. Кусай, кусай его. Вот, молодец. Так, кажется, Миша не доживет. Да. Миша сплоховал. Ты смотри, они с пистолетов. Ну, правда, да, 4. Даже 4 ствола. О, так я могу даже еще мясо успеть подобрать, Мишанькина. Ну давай, беги. Я забыл, что они разбегаются. Тут даже в воду полез. Беги. Это не я, если что. Это все Миша. Это все Миша, ничего не знаю. Нормально. Они должны на меня не обратили внимания. Вот и хорошо. Вот и ладушки. Так, у тебя все хорошо. Возможно, ей еда уже и не понадобится. Так, холодильник. Печеночка. Это вот. Так, ну одну, пожалуй, я заберу, кину, пускай гниет. Не-не-не. Это вот сюда, на жирок. Что сюда можно добавить? Вот. На тебе одну штучку. Так, шестеренки не добавили здесь. Аж целых две кожи. Давай бинт сделаем. Это что-то у меня немножко просело по бинтам. Четыре ягодки. Вот и хорошо. Вот эти кончились уже, земляника. Ну да ладно, потом будем кушать зимой. Хотя у меня и помидоры растут. Это странно, что помидоры и зимой растут. Как по мне. Ты еще делаешься? А, да, еще две бутылочки будет делаться. Давай. Так, может быть, мы еще? Но сначала мы пойдем посмотрим, конечно же. Блин, надо было с другой стороны выйти. Чуть я сплоховал. Так. Сходим, посмотрим на базу. Можно ли на нее залететь. Я дельтаплан, правда, не взял. Ну, то ладно, мы же на разведку идем. Так, волчок, дурачок. А я этого волка нет, это вот
не разделал, по-моему, да? Не. Скорее всего, он уже давно исчез. Ну, посмотреть-то можно. Нет, тела долго не лежат, к сожалению. Несмотря на то, что даже я его убил, но долго они не лежат. Не знаю почему, но вот как-то так. Все с оптимизацией, наверное, связано. Либо еще с чем-то. Ну, в общем, ладно. Я не разработчик, поэтому какими там соображениями руководствовался, никто не знает. То он и сам, наверное, не знает. Вот так захотелось ему такое время. 3 минуты, все. Или там 2. Хотя по видео по таймингам можно, хотя нет, как, и тогда надо возле него стоять и ждать, пока он пропадет, тогда будешь точно знать. Так, база. Нет, на эту базу ну никак не залетишь, при всем желании. О, меня уже и заметили. Волчок, не хочешь познакомиться с этим, с охотничком? Он прям, он жаждет с тобой познакомиться. Он стоит, выглядывает, да-да-да, уже, говорит, приготовился, гостиниц взял в руки. Так, вот Миша как раз был лишним в этой, в этом уравнении. А Миша застрял, я убегу. А, хорошо. Хороша Маша, да не наша, ну давай, оп, ты чё косой такой, Миша? Опять промазал? Да ты гениальный просто, ну наконец-то, и 5-й уровень стал. Да-да-да, побухти пока там. А ты точно один, что ли? Не может быть, может должно быть, ага, вижу еще один. Проснулся, говорит, о, кто тут? Идем, 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 там Миша есть голодный. Холодный, голодный. Не, на эту базу залететь нереально. Вообще никак. Он это дело все предусмотрел. На старую базу залететь можно. Но у меня, по-моему, старая база. А нет, у меня, по-моему, вторая. Вторая база старого образца. Там широкий балкон. Кажись, туда залететь можно. Так, ну сначала мы заберем сумочку. О, ладно. Пошли знакомиться со вторым охотничком. Так, давай, Миша, подруливай к этому дурику. Да поближе. Мишанька, мы так не договаривались. Миша. О, красавчик. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Так, не это. Не бухтим. Ты в меня стреляешь, что ли? Так, убежал. Блин, это не по плану. Совсем даже. О, молодец, молодец. Давай пешочком, 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 пешочком. Ага, я думаю, что уже все сработает. Хотя не факт. Нет, ни разу не факт. Хотел. О, ну это гениально. Я даже хочу на это посмотреть. Кусь. Кусь. Еще раз кусь. Кусь. 6-й уровень. Миша у нас молодец. Кто молодец? Миша молодец. Так он опять на меня бубу сказал. Так, Миша, вот теперь за мной ходить не надо. Пока что, если тут, конечно, 3-го нету. По идее, должен быть. Так, ну сначала заберем... Вот тут мужичок валялся. Волчок уже исчез, да? Да, да и фиг с ним. Так, 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 посмотрим. Во-первых, пепелок у них сейчас заберем. Где ваша мина? Надо еще рассмотреть.
Ага, вижу, 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 вижу. Ах ты ж сукин кот. У тебя здесь мертвая зона. Хе-хе. Я могу сумку забрать. Он вышел? Просто... совпало с открыванием. Ну что тут? А, вот окна нет. Совсем. Они еще окна не доделали, вот в чем дело. Не застеклились еще. Ага. Ну, в общем, он не выйдет. Уж не настолько мне пепел тут нужен, чтобы подставляться под пули. Это уж точно. Хотя иногда эти дурочки выходят. Так, Мишка далеко не отошел. Но мы немножко... Миша, ну вот начинается. Когда мне надо было, чтобы ты мордой ко мне повернулся, ты поворачивался задом. Ну, правда, не ты, а ну, неважно. Так, сядем на корточки. Один патрончик, тот, что волк у меня, как говорится, забрал. Ага, побежал, да? Ну, ничего страшного. А мы воспользуемся базой. Ты бежишь там, Миша? Бежит. Шуршит лапами сзади. Чик-чик. Мишка убежал. О, ягодка. Блин, опять. Твою ж налево. Ты что там в меня стреляешь? Ты козел. Ну, раз я рядом проходил. Так, Миша, ну идите в баню, блин. То один стреляет, то другой бухтит. Ой, опять дверь что-то полупрозрачная стала на секундочку. Чик-чик, говорит. Опа. Тебе что, по рукам дать вытаскиваешь? Да, можно было в ружье забрать, если бы можно было. Шмых и мне из рук. Носится там, как угорелый. Так, надо валить отсюда. Только Миша там не мешает-то. Так, курочку можно-то и съесть. И ягодку можно съесть. Ты что там тетиву натягиваешь? А, да, может попасть. Миша, не пошел бы ты вот туда, да-да-да. Две дробинки мне попало, или даже одна. Кровотечение обязательный вариант в этой игре. Редко, когда кровь не идет. Прям очень редко. Бронежилет как бы призван защищать. Ну, понятно, что у него есть открытые части, но все равно. Это же игра. Это же игровые условности какие-нибудь должны быть. О, ящик. Погнали. Посмотрим, сейчас зайдем на базу. Скинем, что-то скидывается. Перекусить, наверное, надо, да-да-да, не помешает. Печеночку, например, или яйца с этим. Яичницу с беконом съедим. И пойдем к тем соседям посмотрим. Может быть, даже возьму с собой сейчас дельтаплан на всякий случай. Ну, даже по ступенькам он очень хреново выходит из воды. Ну, ты серьезно? Смотри, вообще выйти. О, наконец-то.
Ладно там, ну ступеньки-то, камон. Это же смешно. Было бы смешно, если бы это не было правдой. Так, 30 штук, ну это... Давай, мне их много. На тебе. О, доска вот здесь лежит. Патрончик. Так, пилочек не здесь. Это здесь. Это здесь. Это сюда. Все, погнали. Чего не закрыл? Ну давай. Цепляешься там за все. Кстати, может с той стороны себе ступеньки сделать маленькие такие, воткнуть их, чтобы они мне... А, как же я волков буду бить? Да, они мне будут мешать, тогда ладно. Тогда ладно, не понял. Неужели вчерашняя база, в смысле вторая база пришла? Первая, то есть третья, блин. Все, уже перебрал. Первую, третью. Опа, лосяша. А лосяша, между прочим, уже... А, грица. А тут база. Миша, в смысле лосяша. Вроде как все срастается. Идешь? Фыр-фыр. Нет, это тоже база, на нее не залетишь, вот зараза. Никак на нее не подымешься. Куда там лось она двигается? А где все? Или это вторая база прибежала ко мне атаковать? Мне показалось. Ага. Гаврик идет. Лосяша. Тут это. Фер-фер. Фер-фер. Пошли. Ой, по-моему, мне не получится это сделать. Может быть, вот так? Нет. Лосик так не агрится, как зверье. Хотя... О, взрывает он. Понятно, ко мне он идет, а от охотника он убегает. Ну да, все понятно. Почему бы, собственно говоря, и нет? Давай. Вылазь из-под воды. Точнее говоря, из воды. Так, не бухти там. Пока охотничек отошел, пойдем глянем, что у них там в костре. И где, во-первых, а вот ваш костер. Чик-чик. Нет, на эту базу никак не подымешься. На балкончик не залетишь. Ой-ой-ой, вниз. Бегут, не бегут, пока не знаю. Оборачиваться не буду. Нет, ну и хорошо. Можно чуть-чуть походить, что-нибудь пособирать. Или пойти кошку пристрелить. Сколько у меня патронов? О, 15, нормально. Как раз мы рядом возле кошки. Зайти к ней в гости. Сухожилия, как говорится, лишними не бывает никогда. Тем более не на ремонт нужны. На каску там или на что-то там. На что-то они, короче, нужны. Ну, еще один тюлень. И как тоже, да, тоже без рукавки стоит. Ну, без рукавки, так без рукавки. Так, где кися? Киса. Надо смотреть, она может быть где-то здесь, везде. В основном, конечно, она в снегах ходит. Но не всегда.
Не всегда, может быть где-то не здесь. Ага. Все-таки она тут обитает. Кс-кс-кс-кс-кс. Кс-кс-кс-кс-кс. Бэм-бэмс. И нет котейки. Стой, 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 куда побежала? Далеко не катись. Во. Четыре лапы, все нормально. Четыре сухожилия. Кволик. О. Патрончик, возможно, дропнет. Ну да, на пистолетик. Так, идемте руки помоем. Да уже пора и к дому путь держать. Орел где? Хотя мне перья пока не нужны. Ой, блин, свою тень. Так, оп, смотрю. Мелькнула. Это моя тень всего лишь. Я просто подумал, может кто-то сзади бежит. Это же такое дело. Только оглянулся, а к тебе уже там, блин, несутся. На всех парах. Отовсюду. О, волчок. Медвежок. Вату дали. Он еще медведь. Так, остальные когда потихоньку уходит. Аф-аф. Так, дети охотнички горе. На них не наткнуться. По-моему, они уже отстали, но лучше развернуться. Да, нормально все. Ну, значит, будем залетать только на третью базу. А эти будем скрывать по старинке. По-другому не получится. Потому что на старый баз образца можно спокойно на этот широкий балкон залетать. Хотя, подожди, это тоже, по-моему, старого образца база, но она такая. На первую, короче, базу старого образца можно было залетать. А на эту базу никак. Козырек, ну, не даст просто залететь туда. Не запрыгнуть туда, не упасть, короче, никак. Только ломая двери. Дверь проще всего выломать. Как оказалось. Так, ну что там? Дать тебе еще, что ли, одно... Не дам. У тебя нормально. По воде там, по еде. Так, можно взять мясо, да приготовить яичницу. Аж целых три штуки. Вот так вот. Это в печку. Чубульк. Попей. Это сюда, это здесь. Сухожилия 33 не так много, как я думал. У меня их. Так, вот еще один брикет. Топливный. О, тут уже, как говорится, по пеплу перебор. Ничего, у нас места тут много. Чуть, блин, на птичку не нажал. Слава богу, сделал то, что раньше. Даже если ты был полностью целый, все равно нажимаешь на птичку, но раз ее и применял. Сейчас, слава богу, он это исправил. Наконец-таки. Так, поедим, что ли, курицу? О! Максимум всего. Надо съедать пузо на зиму. Так, ну тут еще будет готовиться и готовить. Ну что ж, а на этом будем заканчивать видео. Так что всем спасибо за просмотр и всем пока.